Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами отправимся в благословенную Киево-Печерскую лавру. Она прославлена таким множеством подвижников, что их память совершается, если не каждый день, то уж точно каждую неделю. И все они благословляют свой родной Киев, чтобы до скончания века твердо стоял он в православии. Завтра чествуем мы преподобного Еразма Печерского. Жизнь его на земле была особенной, необычной и очень поучительной. Происходил он из династии богатых купцов, и дед его, и отец ходили в заморские страны, привозили диковинные товары и продавали их по всей Руси. Иногда брали они с собой Еразма. Много насмотрелся он разных людей и обычаев, но, что отрадно, не прельстился, как случается со многими сегодня, за границей. Где бы ни был он, его всегда тянуло на родину. Только в стенах Киева его душа находила покой. Когда его отец отошел в мир иной, то оставил сыну огромное наследство. Попытался было Еразм продолжить дело отца, сам поездил по странам и очень скоро понял, что это занятие не для него. Днем еще ничего. Выбираешь товары, смотришь достопримечательности восточных городов, но по вечерам тоскливо. В Киеве можно было и в храм, и к друзьям пойти, а тут в Персии, да в Индии и церкви не сыщешь, и друзья не те. Одно только утешение. Сидеть в тени огромной акации или гранатового дерева и вспоминать родные края. И вот однажды, вернувшись из далекой поездки в Киев, Еразм сказал себе: «Нет, так я больше не могу. Дни каждого человека на земле сочтены, и терять их где-то за морями просто неразумно». И решил он стать иноком в Печерском монастыре. Было это в XII веке. Отошли уже ко Господу великие преподобные отцы Антоний и Феодосий, а также дивный игумен Никон. Но на смену им пришли другие монахи. Приняли они Еразма в свою среду и дали ему некое послушание. Еразм исполнял его прилежно, но ему казалось этого мало, и решил он все оставшееся от отца богатство потратить на украшение храмов Печерской обители. Засияли тогда иконы Великой Успенской церкви серебром и золотом. Храм и вправду стал похож на уголок неба на земле. Даже князья и вельможи при виде такого благолепия приходили в умиление. Радовался, конечно, и Еразм. Но мало-помалу в его сердце закрадывалась и печаль. Прожил он в обители уже несколько лет, но, как говорится, пока не нашел себя. Какая-то непонятная скорбь медленно подтачивала его душу. И начал он сожалеть, что потратил все отцовское наследие на украшение монастыря. «Лучше бы раздал я его нищим», — сетовал Еразм. «Те хоть улыбнутся и помолятся обо мне, а тут все как-то сурово. Каждый занят самим собой». И горячо молился преподобным Антонию и Феодосию, чтобы заступились они за него грешного, ибо год от года становился он все сумрачнее и даже впадал в отчаяние. Прошло несколько лет. Скорбь в душе Еразма только усилилась. Охладел он и к богослужению, и к монастырским работам. Даже в келье ему уже не сиделось. Выходил он на высокий берег Днепра и часами смотрел куда-то вдаль. Но вот спустя некоторое время впал он в тяжкую болезнь. 7 дней лежал при смерти и тихо стонал. На 8-й день собрались вокруг него печерские иноки и говорили: «Горе! Горе душе этого брата! Сколько лет прожил он в душевной ленности и скорби! И что теперь его ждет?» Но вдруг, к изумлению всех, Еразм поднялся на ноги и объявил всем присутствующим: «Отцы и братья, правду вы говорите, грешен я. Но ныне явились мне преподобные отцы наши, Антоний и Феодосий, и сказали: мы молились о тебе, Господу, и даровал тебе Господь время на покаяние. После этого увидел я Пресвятую Богородицу,
как на иконе, Сыном ее, Христом Богом нашим на руках, и множество с нею святых. Еразм, за то, что ты украсил церковь мою, и я украшу тебя, и возвеличу славу в царстве Сына моего. Встань, покайся, и прими великий ангельский образ, и в третий день чистым возьму я тебя к себе». Еразм так и поступил. Исповедал братья все свои грехи, а потом в дивно украшенной Успенской церкви принял постриг в великую схиму. На третий день простился он со всеми и тихо почил. И что примечательно, с того дня опять воцарились среди печерских иноков остывшие было любовь и доброта. И все они действительно стали братьями. Это, наверное, и было последним даром святого Еразма дивной печерской обители. Я прощаюсь с вами, мои дорогие друзья. До новых встреч. Храни вас Господь молитвами всех печерских подвижников.